В этом году дагестанские кардиохирурги провели несколько видов уникальных сложных операций на сердце и сосудах. Теперь жители могут получить помощь, не выезжая за пределы республики. Подробнее расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Одна в сердце, другая в аорте. Пациент жил практически с двумя бомбами замедленного действия. Говорят врачи, провести сложную двухэтапную операцию мужчине отказали в центрах Астрахани и Ростова. В минуту отчаяния на помощь пришли дагестанские кардиохирурги. Хотел оставшуюся жизнь жить самостоятельно, без посторонней помощи. Пациент обратился к нам с жалобами на боли в пояснице. Первым этапом пациенту мы выполнили сложное стентирование ствола левой коронарной артерии. И после того, как мы добились хорошего результата, через месяц, согласно всем российским рекомендациям общества сосудистых хирургов, мы выполнили ему эндопротезирование инфраренального отдела аорты. Так, дагестанские врачи впервые в СКФО провели несколько видов сложных хирургических вмешательств на сердце и сосудах. В Республиканском центре кардиологии говорят, они будут и дальше развиваться, внедрять новые методы, проводить еще больше уникальных операций. Мы выполнили новых 9 видов высокотехнологичных операций, из которых все они были впервые выполнены в Республике Дагестан, и 3 из этих операций, которые выполнены в 2021 году, они были выполнены впервые в Северокавказском федеральном округе. За 7 лет в центре выполнено свыше 5000 высокотехнологичных операций. Скоро планируется провести еще 16 видов сложных вмешательств. Риски при их выполнении, говорят врачи, минимальные, ведь они проводятся по новой методике. Патимат Ханапова, Паризат Курбанова, новости ННТ, Махачкала.